я пытаюсь снова себя услышать, потому что в какой-то момент мне показалось, что я себя потеряла. Какой-то внутренний мой голос сказал: тебе нужно на лед. На этом льду занимаются фигуристы, занимаются хоккеисты и конькобежцы. Он невероятных масштабов, и то впечатление, которое он на меня произвел, это было просто такое умиротворение, такое ощущение спокойствия. Падают, поднимаются и дальше катают рогами. Но это не было приключение. Это как мама моя говорит, что я его очень сильно любила. Сказал, что они не тех лосей встречали.